Привет, мои дорогие зрители! Вы на спортивном канале Play Sport. Давайте сегодня поговорим о чемпионате, проходившем в Италии, в городе Торино в 2023 году. Рассмотрим лучшие прыжки такой именной спортсменки, как Рен Пеше. Ну что, заинтересовало вас? Поехали! И открывает у нас программу итальянская спортсменка, опытный дайвер Ирен Пеше. Сложность ее программы будет 3-2. Выполнять прыжки начинает с 10-метровой платформы. Сейчас готовится выполнять стойку на руках с одним винтом с 1,5 оборотами назад. Не получается, видно, с первой попытки стойка у Ирена, видно, что очень сильно волнуется. Итак, не удался прыжок у Пеше. Стойки была не дотянута, очень поздно почему-то сделала обороты, да и не дотянула вообще носки, колени, все не то было. Видим, что выставляет ей очень низкие оценки за первый прыжок, всего 27,20. Во втором раунде нужно выполнять задние стойки, бит с 2 оборотами назад. Коэффициент сложности этого прыжка выше, 3,2, хотя в первом вроде тоже было 3,2. Тяжело после первого провального прыжка, нужно, конечно, собраться. Хотя я понимаю, что это нелегко, сейчас какой-то мандраж присутствует у Ирен. Ну что, очень даже и неплохо. Мне, к примеру, понравился этот прыжок. Конечно, были допущены ошибки, без этого не обошлось. Не совсем сложилось на оборотах, и с ходом надо немножко ей будет поработать. Но в целом довольно неплохой прыжок вышел у нее. По оценке, как мы видим, уже 48 баллов. Это прекрасно. Вот я, например, хочу отметить, что вот Ирена очень такая миниатюрная, симпатичная девушка, невысокого вот она роста. Выглядит очень хорошо сейчас, молодец. Видно, что смогла собраться во втором раунде. Можно сказать так, реабилитировалась после такого провального первого прыжка. В третьем раунде выполняет задние стойки 3 оборота назад, положение группировка. И, ну, умница, неплохая попытка Ирен, достаточно высокий получился у нее отскок, чистая, красивая группировка, прокрутилась словно мячик, довольно неплохой вход в воду, обратите внимание, смогла в итоге закосить остальные брызги, достаточно такая красивая у нее вышла оценка, 62,40. Большая умница. Мне вот после первого раунда казалось, что все уже потеряно, но нет. Посмотрите, молодец, смогла собраться. Я очень восхищаюсь сейчас Ирен. Так, поговорим о четвертом раунде. Сложность этого прыжка 3,0. И выполняет 3,5 оборота вперед. Положение сложившись. Сейчас главное вот в таком ритме себя держать. Вот это 3,5 оборота, вот это настоящий дайвинг, очень-очень красиво. Молодец, мощно сделала складку, дотянула и носочки, и коленки, это было очень красиво. Ну что, вход был у нее хороший, загашенный, и по оценке получает она 63 балла ровно. Ну что сказать, есть шанс побороться. В принципе, за пьедестал. Главное, вот последний заключительный раунд провести вот так же. Но мы видим, что коэффициент сложности невысокий. Всего выходит 1,9 и выполняет с передней стойки прыжок вперед, положение сложившись. Но срывает прыжок. Рен немного
много, есть ошибки, есть над чем ей еще, конечно, работать. Всего выходит за последний прыжок у нее 34,20. Но я, мои дорогие зрители, на этом с вами прощаюсь. Обязательно пишите в комментариях, как вам понравилось прыжки Ирен. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее мое видео. Ну и всем пока!